Во имя дисциплины все средства хороши, так посчитала педагог 31-й гимназии, что на Парковом Людмила Крылова, преподаватель, заклеила первоклассникам рот скотчем. Таким образом, она наказала их за то, что дети якобы болтали, вертелись и мешали вести занятия. В правоохранительные органы обратилась бабушка одной из учениц. Там среагировали должным образом. В отношении преподавателя возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением». Но на защиту коллеги встали учителя. Крылова охарактеризовалась своими коллегами, также теми данными, которые приписали на материалах уголовного дела, положительно, имеет огромный опыт преподавательской деятельности. Никогда ранее подобного и допущено не было. Эти действия были совершены ей впервые. По словам коллег, Людмила Крылова умела найти подход к любому ребенку. Впрочем, выяснилось, что не к любому. Мировой суд Дзержинского района обязал педагога выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Вердикт мог быть и более суровым. Ограничение в виде запрета заниматься преподавательской деятельностью судом в отношении обвиняемой решение принято не было. В практике на территории края такие ситуации были, такие случаи в отношении преподавателей ранее выносились обвинительные приговоры. Отметим, что из гимназии Людмила Крылова уволилась еще до суда, но в принципе ничто не мешает ей возобновить педагогическую деятельность. Евгения Караксина, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.